Кто-то считает себя муравьем, но кто-то считает львом. Кто-то рисует на потолке, но кто-то сидит за столом. Кто-то меняет жизнь на объем, но кто-то меняет на вес. Кто-то ищет звезды на дне, но кто-то срывает с небес. Кто-то ездит на кадиллаке, но кто-то ходит пешком. Кто-то читает про светлые знаки, но кто-то как снежный ком. Кто-то ведет себя как индеец, но кто-то как полный ковбой. Кто-то мечтает стать Майкл Джексоном, но кто-то самим собой. Но где здесь мораль и кто виноват? Кто прав здесь и кто же здесь лев? Кто может из нас принести жернова? И кто соберет посев? И стоит ли жить как нормальный индюк или как брошенный зверь? Но время пришло.